От лица всей делегации администрации провинции Аньхой выражаю признательность по случаю визита в ваш прекрасный город Самару. Мы бесконечно рады быть сегодня здесь и принять участие в праздновании по случаю 429-й годовщины основания дружественного нам города Самары. Наконец, в этот радостный день желаю Самаре вечного процветания, а жителям этого города счастья и благополучия.